Приветульки, мои красотульки! Мы приехали в Геленджик, и на улице 30 градусов! Вы даже не представляете, как меня переполняет вообще радость. Я уже настирала, мы приехали вчера вечером, и я все убрала, все помыла, еще сегодня домывала, еще не все пораскладывали, правда. Сейчас поедем в магазин, у нас же нет еды, вчера пришлось оформлять доставку. Пожрали пиццы. Вот так. Я вам сейчас покажу, что за окном, а потом немножко с вами поболтаю и поедем, конечно, заниматься делами. Вы только гляньте, какое чистое, красивое небо. У нас нет холода, ветра, зелененькое все и очень-очень жарко. У меня градусник лежит на балконе. Девочки, в тени на балконе 30. На солнце, конечно же, наверное, будет больше, потому что, ну, просто лежала на кресле градусник. Вот, все ходят в маечках. Я сажусь в свое любимое кресло. Девочки, вы не представляете, какой кайф. Так вот, доехали мы, если не считать выезд с Москвы. Вот, мы не останавливались спать. Мы доехали 1600 километров, проехали за 18 часов. Ну и плюс там остановки еще час. Вот, и самое... Было поганое, конечно, ехать до М4 из Софрина. Так вот, дорога хорошая, пробок практически не было. Я бы еще доехала побыстрее, если бы не пробки. И ехала я из 1600 километров, 1300. Остальное ехал мой муж. Ну, от Ростова до Краснодара, считайте, практически. Многие меня пугали, что здесь осень. Я с Алусиком разговаривала вчера, у нас было жарко, 29 мы приехали. Я ей звоню, он говорит, у нас холодно, и мне даже в майке сидеть на балконе холодно. У нее открытый же балкон. А у нас жара. Вот представляете, у нас жара. А в Сочи холодно. Девчонки из Анапы мне писали, что уходят в куртках, в ботинках. Тут Анапа-то 70 километров, наверное. У нас жара. Геленджик всегда отличается, если честно, тем, что везде все заливает, то все Сочи заливает, в Геленджике солнце. Может, у нас такое расположение интересное, что везде дожди, у нас нету их. Вот. Как я рада, что в последний момент я схватила робот-пылесос свой белый и привезла его сюда. Он мне все пропылесосил. Я вообще счастливейшая женщина. А еще я поняла, что мне все-таки надо сюда беспроводной пылесос на ручке. У меня есть на ручке мой Китфорд. И он мне уже служит сколько? 6 лет, девочки, вера и правда. И я им очень довольна. Но у него короткий шнур, и я бы хотела еще беспроводной пылесос. Даже вот на балконе пропылесосить быстренько. Не нужно запускать робот. И я подумываю, я уже насмотрела в Китфорде. Что-то я вообще подсела на эту технику Китфорд. Достала свою соковыжималку, любимую шнековую. Так вот, мне она, эта техника очень нравится, поэтому я там насмотрела еще один робот, не робот, пылесос на ручке. У нас сломался слив в унитазе, надо поменять эту конструкцию одну, надо сходить купить. И что? И все. И так у меня все отлично. Я, конечно, ну... дебильная женщина в том плане, что я люблю все чистое. Девочки, перед отъездом я перестирала все постельное белье. Мы приехали, и я достала один комплект, который складывала в пакет, и остальные комплекты я сейчас перестирываю. Муж мой, конечно, в шоке в очередной раз. Он говорит, ну, лучше так, чем ты потом будешь это, ну, нервничать. Я привезла, кстати, вот эти вот, вот эту штуку, да, была рассылка новогодняя, она вот как раз мне сюда, я сюда буду складывать фрукты, а еще я привезла, вот я вам показывала подсвечник, он сюда вообще хорошо вписывается, слава богу. Еще не знаю, еще цветочек надо, кстати, у Олесечки, у моей соседки, забрать драцену, она у нее, наверное, там вообще разрослась, тоже поставлю на балконе. Вы не представляете, какой кайф я испытываю, когда мы находимся дома. Знаете, вот ощущение дома только здесь. Вот в Софрино у нас такого ощущения нету, потому что квартира не наша. И вообще там ничего делать не хочется. Здесь у нас уже идея фикс повесить в ванной еще один шкаф большой, чтобы туда все складывать. Мы уже думаем немножко переделать гардеробную и еще что-то в комнате. Ну, не знаю, в этом ли году мы это будем осуществлять. Пока хочется просто отдохнуть. Мы не были еще на море, и сегодня мы туда не пойдем.
а будем заниматься делами, которые надо расчесть. Фу, кто-то курит. Ой. Очень сложно переносить после Айкоса обычный дым сигаретный. Надо закрыть балкон. Так вот, мы займемся всеми делами, которые нужно решить сейчас, и потом будем просто лежать и отдыхать. Я, кстати, до сих пор без ногтя. Сегодня буду делать ногти, переделаю, и, скорее всего, останутся длинные. Не хочу короткие, хочу длинные. И педикюр, кстати, мне тоже надо переделать, потому что уже все некрасиво. И я вот читала комментарии под последним своим влогом по поводу того, что зачем тебе столько косметики на море? На море кожа должна отдыхать. Девчули, вот люди, которые живут на море, вы что думаете, они ничем не пользуются? Логика, конечно, железная. И я сюда еду не на неделю, не на две, а на 3 месяца. Понимаете? То есть я сюда еду к себе домой, и, естественно, я буду брать, точнее, я взяла все, что мне нужно, в общем-то, в повседневной жизни, и я взяла с собой немного. Вот. В этот раз я взяла вообще немного. Мне даже муж удивился, что у нас 2 сумочки, быть такого не может. Так что это абсолютно нормальная практика и краситься на море, и брать все уходовые средства. Ну и плюс солнцезащиту. Пришли в Магнит, и девчонки, здесь есть пока все в наличии из новой коллекции Калифорния. И моя любимая тушь 380 рублей. Ну, нормально тут все с наличием. И CC-кремы тоже есть. Тут вообще нормально все с наличием. Так, а что тут еще? Лаки, целая куча, Мейбелин. Вон, все есть в наличии. Набор отпускников. Паста, зубные, ватные палочки и зубы. Зубы, зубы. Так, а что у нас тут еще есть? Диваж, буржуа. Слушайте, девчонки, наверное, надо мне снять видео о косметике в пределах 300 рублей. Сейчас я что... О, смотрите, Liquid Control здесь стоит, кстати, 549. И это дорого. И знаете что? Здесь есть наличие всех оттенков. Он, кстати, на лето подходит офигенно. А еще у них есть вот такие вот тенюшки. Надо будет мне какую-то палеточку попробовать. Вот, мне нужно покрасить голову. И, девчонки, вот ниже тройки нету ничего. Это какой-то кошмар. Мне придется взять вот этот вот, наверное, черный шоколад. Я им уже красилась. Нормально. 3,23. А так мне нужна двойка. Девочки, давайте каталог. Девчонки, смотрите. Магнит косметик. Вот эти вот помады, блески. 2 за 352. И карандаши. То же самое. И у них до 28 числа можно? До 27. До 27 числа будут эти акции. А что еще по насчет Stellary есть акции? Какие? Stellary? Да. Сейчас нам девушка покажет, какие еще будут акции. Ну-ка. Ну, 2 по цене 1. Вот эти вот помады, карандаши. Так, помады, для карандаши, глаз, для карандаши глаз. Для губ. Так. Отлично. И все. Ну ладно, нам хватит. Спасибо. Мы приехали в Большой Магнит. Что тут есть на акциях? Надо не забыть купить собакам шампунь. Смотрите, Барилла. О! Да? 69. 69. А, тут только 20% скидки. Ну, ладно. Все равно мы едим номер 7. Номер 7 едим? Пошли дальше. Так, ну а что, ты возьми несколько пачек? Нет, я подожду еще. У нас еще есть дома. Так. Так. Нам здесь ничего не надо, нет. Удлинители, зай, 2 удлинителя. Нам надо 2 удлинителя, между прочим. Так. Отпариватель я освободила. Для машины мне нам ничего не надо, детская нам не надо, книжки не надо. Для красоты не надо, нам надо купить Гуччи коврик, он вообще не может запрыгнуть на кровать. Мусенька, стой. Сейчас мы вот это... Надо посмотреть, поглядеть. Коврики в ванну. В ванной надо заменить коврики. Слушайте, тут вообще напряг с коврами. И такой оттенок детской неожиданности. Вообще, зеленцой какой-то. Слушайте, ну это некрасиво. И стоит 1000 рублей. Офигеть можно. Нет. Надо в другом месте посмотреть. А еще надо посмотреть кружку под кофе. Такую, чтобы она была невысокая и широкая. Но тут все высокие. Все высокие. Нет такой кружки, которую я хотела бы.
Ну ладно. Посмотрим в другом месте. Тут вообще какие-то полки пустые. Сейчас в Магните акция 46%. Вот этот вот я беру кофе. У меня спрашивали, какой я беру для кофемашины кофе. Черная карта. Девочки, он такой вкусный оказался. Именно для турки. Ой, для кофемашины. А вот для турки не, мне не нравится. Мы собираемся на пляж. Девочки, помните, я вам показывала сумку из Фикс Прайс. Сюда поместилось 2 полотенца, лежак, вода, солнцезащитки. Сейчас еще положу косметичку с фотоаппаратом и деньгами. Все помещается. 200 рублей удовольствие. Офигенная сумка. Девчули, все работает. Открылось очень много кафе. Вот здесь кафе Сицилия. Очень вкусная пицца. И здесь есть вегетарианское кафе «Вкус жизни». Ну и, конечно же, Академия чебуреков. Мы туда обязательно сходим. Но самое главное же вон. Вы же видите, да? Нет, не Шурик. Вон, Моречка. Девочки, Моречка. Моречка, смотрите. У нас 35 градусов сейчас. И там люди купаются. И я сегодня хочу залезть в воду. Красота. В садах морей переделали. Убрали лодочную станцию. Сделали дальше набережную. И вот теперь здесь ничего нет. Точнее, есть. Вот тут торговый типа ряд. Мороженку наконец-то поставили. Я хочу кукурузы, девочки. Сейчас посмотрим, почем кукуруза. Кукуруза 60 рублей, а в Бете 25. Ну ладно, а есть еще по 50 горячая кукуруза. Сейчас зачур. Скоро здесь облагоустроят пляж, где была лодочная станция. Тут осталось совсем чуть-чуть вывести. Пока так не очень красиво, но люди все равно здесь плавают. Такой маленький пирсик. На садах морей, девчонки, смотрите, сколько людей, много. Тьма, видимо, невидимо. Ну, я не вижу, чтобы много купалось. Хотя нет, много. Ну, красота. А еще достроили, наконец-то, крест. Вот этот крест достроили. Там смотровая площадка. И мы туда пойдем пешком. Обязательно поднимемся. Вот так по горе. Там есть тропа. Так что, кто хочет погулять, вот вам, пожалуйста, прогулка до креста. Тут на набережной есть новое место для фото. Вот такие крылья, они светятся вечером. Я еще, правда, не видела. Но пойду сюда фоткаться по-любому. Совершенно не вижу, что я снимаю, если честно. Потому что отсвечивает экран. Но сегодня погода просто великолепнейшая, если честно. Мы накупались, но загорались чуть-чуть. И сейчас идем домой, мне надо покрасить голову. И поедем заниматься на отель Кемпинске, на спортплощадку. Девчули, идем по набережной. Здесь раньше было кафе, шаурма, шашлыки, а теперь здесь фонтан. Я даже хочу посмотреть, лавочки сделали. А круто. Ух ты. Смотрите, тут какая-то девушка стоит. Фонтанчики, много монеток. Ух ты. Ну красиво. Тут еще, знаете, эти клены, или как они там называются, вы лучше знаете, чем я. Можно посидеть и немножечко отдохнуть. А здесь, девчонки, помните, раньше стояли вот эти вот вафли, которые вкусные, такие красивые. Их теперь здесь нету. Слушайте, здесь вообще ничего нету. Убрали палатки с чаем, убрали палатки с рыбками, которые ноги жрут. Девчули, теперь здесь раньше сдавались помещения, это вообще должен был быть клуб-ресторан, но его все никак не могли открыть, не давали разрешения. И теперь здесь находится на первой береговой линии отель «Яхта». Называется «Яхта», номера 3000 рублей. Ну, прикольно. Я думаю, здесь даже бассейн на крыше есть. Мне муж говорит, что мы никогда не видели столько людей на городском пляже. Никогда. Тут просто вообще битком. Просто, девочки, битком. Смотрите, на городском пляже какая-то площадка. Я так понимаю, там шезлонги или столики. А, это кафе. Слушайте, наконец на пляже сделали кафе. Потом навесы. Очень красивые гардеробные вот эти вот передевальные. Слушайте, вообще хорошо сделали. А мне нравится. Мы пришли с пляжа, и это было сегодня нечто. Море немножко грязновато, такое мутноватое, но очень-очень теплое. Пришло наконец-то теплое течение, и я сегодня сделала дальний заплыв. Немножко подзагорели, были около 2 часов, но этого хватит. У меня даже немножко начала болеть голова. Я пришла домой, помылась, конечно же, надо покрасить голову. Я оценила качество воды. Я не наносила крема еще, у меня не с
стягивает кожу, у меня нет никаких покраснений, у меня нет никаких шелушений. Кстати, мне кажется, я немножко подпалила тут себе сегодня на солнце, хотя мазала солнцезащиткой. Буду делать масочку. Масочка с гранатом от Farmstay. Девочки, всего делов около 50 рублей. И эта маска прекрасно увлажняет, питает, делает кожу гладкой, эластичной и предотвращает признаки старения, что мне, в общем-то, и очень было нужно. Я сейчас буду делать эту маску. И, кстати, девчонки, на сайте Ивановский трикотаж Василёк появились опять эти костюмы. Розовые уже опять разобрали. Я не успела сама себе заказать второй. Но я себе заказала вот такие два, точнее, один себе, один моей Кристиночке, потому что ей очень не понравился этот костюм. Он есть в голубом цвете. Вот я заказала себе и ей. Так что очень рекомендую, это буклированная такая ткань хлопковая, и вообще у них пижамки супер. Так что скоро покажу вам, что я опять купила на сайте Ивановский трикотаж Василёк. И я им написала, после заказа написала им, могут ли они предоставить промокод для моих подписчиков, но мне пока не ответили. Так что подождем. Если не ответят и дадут промокод со скидкой, это будет вообще офигенно. Так что спасибо вам за идею по поводу промокода. Может быть, нам с вами одобрят все это. Вот. И будет счастье и вам, и мне. Все, с этой масочкой я похожу теперь 20 минут. Подожду, пока высохнут мои волосы, и покрашу свои седые корни. Девчули, я не у себя дома. Я пришла к Кристине, потому что мы делали ей реснички. Я делала ей 2D. Сейчас покажу, какая красота получилась. Очень сложно работать на юге. Надо специальный клей. Но вот разные сейчас пробуем. И моя Динуля сказала нам, какой заказать. Вот Кристина заказала с ним быстрее всего работать. А еще моя Кристиночка спасла Ёрочку маленькую. Она бегала долго на улице. Никто ее не хотел брать. И такая Буська. И назвали тоже Буська. Буся, привет! Бусинка. Она очень похожа на нашего Масика, только маленькая. Ну, она меньше, такие лапки у нее короткие. Бусечка, такая лапулечка. А еще у нее тоже такие же проблемы с коленями, как у моего Масюнечки. И вот тоже будут делать операцию этому маленькому ребенку. Привет, Бусыгина. Иди, зайка. Такая ласковая жопка. Да, вот Таня сделала Кристине опахала. 2D. Да. Красивые. О! Девочки, мне кажется, я очень сильно загорела за один день. Смотри, да? У меня лицо какое-то темное. Да нет. Нет? Странно. А, кстати, я сделала коррекцию ногтей, девчонки. А покрыть еще не успела. Сейчас приду домой. Мы сегодня на море со Шулей не пойдем. И что? Я буду делать себе какие-нибудь красивые летние ногти. А еще у нее есть кошки. Вот такая большая кошара. Тут возле двери еще одна кошара. Ты красавица моя. Красавица с разными глазками. А где моя черника? Черри моя. Моя Черри красивая. Моя девочка любимая. Она такая была злая. А я приехала, она такая прям и Буськи мне раздает. Ты красотуля. Ты не видела фотоаппарат никогда? Да, лапочка. Вся ерунда. У нас еще есть попугайчик. Привет. Вот, короче, тут целый зверинец. Прихожу я, значит, домой сейчас. Мне муж купил, сходил, пончики в Пон-Барон, говорит, я тебе купил. Я говорю, я это все не... Я говорю, пошли чай пить. Нет, это все тебе. Я говорю, не-не-не. Я, конечно, могу их все сожрать, но я не могу позволить себе такого. Но они реально очень вкусные. И знаете, как удобно на две кружки вообще? Сразу две ложки загружаю и сразу на две кружечки. Мне делает моя кофеварка. Еще ни разу не разочаровалась. Очень крутая штука. И я научилась наконец-то взбивать молоко. Только посмотрите на эту пенку. Аромат. И я беру обычный кофе. Вот самый обычный. Вот я вам уже показывала. Это черная карта. Очень вкусный. Именно, вот, именно для кофемашины. Девчонки, она стоит каждый свой рубль. 9400, да. И я еще что заметила, что после того, как взбиваешь молоко, нужно немножко слить воду здесь, на программе именно кофе, иначе будет пар.
Ну так, сейчас сюда еще поставлю свою соковыжималку Китфорд, и все, и будет вообще красота. Сегодня хотели поспать, сегодня утречко, доброе утречко. У мужика сигнализация за окном постоянно срабатывает. И что, мой день начался. В Геленджике перебой немножко с водой. Ну, там по часам дают. Но я этого не чувствую, потому что у меня все-таки первый этаж, и у меня всегда есть вода. А я сейчас буду готовить кашу овсяную. И девчули, в самый последний момент я взяла Кузю с собой. И вот клянусь вам, я ни разу не пожалела, что я взяла свою любимую скотинку, которая за меня все делает. Пока мне еще не пришел мой пылесос беспроводной на ручке, Кузя будет убираться постоянно. Огромное ему спасибо, он мне вообще вычистил все под кухню, всю пылюку, не надо было туда лазить шваброчкой раз-раз и все. Все, мой мальчик, он полностью просканировал квартиру, полностью всю квартиру просканировал, он знает, где ему ездить, и убирает все, то есть не пропускает ни одного вообще уголочка. Такая умница. А я сейчас сделаю себе кофе, сейчас буду Сашуле делать и буду ему варить вот такие вот хлопья. Ясно, солнышко ему очень нравится, их не нужно варить, их, ну, вообще я варю, но вот так, по-моему, их только кипятком залить и все. Вот тут 4 злака, ему очень нравится. Я говорю, что с персиком сделать, может с бананом, с фруктиной какой. Он говорит, нет, я просто хочу кашу с маслом. Ну, я сейчас буду варить, у меня хорошо есть маленькая вот такая вот кастрюлька. Это, кстати, Фисман, который я заказывала в прошлом году. Нет, это, по-моему, Икея. А, нет, это Икея, девочки. У меня есть... Короче, я люблю маленькие кастрюли. Вот. Я сейчас на молочке ему сварю кашу. Кукусик мой поехал. Смотрите, сколько он уже оттуда повыгребал. Видали? Я в шоке. Ты что-то там пропылесосил вчера. Я, правда, вчера готовила. Видали? Все мне. Говорит, мешает мне ведро. Бери ведро. Девочки, вы знаете, что вот эта вот швабра моя, которая сама выкручивается, эта швабра продается вообще на рынках, то есть с таким механизмом. Не обязательно покупать вот этот Хаусман, да, он вообще продается на Озоне, я вам ссылку оставлю, но так... Так, она есть китайская, у меня вот соседка Олеся купила и очень довольна. У нее тоже механизм этот нормально работает, ничего не поломалось. Я вот ее очень люблю. Надо привести фейс в порядок, точнее чуть увлажниться. Положилась патч, я всегда кладу на носогубные складки вот сюда. Ну, не всегда, но часто. И под глаза каждый день. И я вам говорила, вы меня постоянно спрашиваете, кто телефон смотрит, заскриньте себе, пожалуйста. Патчи Элсеник называются они. Они самые классные. Вот у меня закончилась эта банка, и у меня голубая сейчас баночка от отеков, по-моему, и разглаживающие морщинки. Все, их очень надолго хватает. Их тут, по-моему, 60 штук. Кажется, 60. И, девчуля, многие пишут, что патчи щипят под глазами. Есть, конечно, патчи, которые щипят под глазами всегда, но чаще всего это происходит из-за чего? Особенно, когда мы сначала снимаем макияж или протираем глаза ватным диском и немножко таким образом травмируем кожу, и когда накладываем патч, начинает жжение такое небольшое и щипать кожу. Вот именно после того, как я протираю лицо, вот именно под глазами, всегда жжение. Как только я просто умылась и кожу не протираю, сразу накладываю патч, ничего не щипит. Все отлично, убираются отеки, убираются морщинки, все разглаживается. И вот эти вот патчи Элсеник, я тут все их поправляю, хотя они, в общем-то, не сползают. Вот их как положила, особенно под глаза, и все, и все. Вот сейчас приведу себя в порядок и пойдем на моречко. Позагораем и покупаемся. У нас сегодня немножко облачно, чуть-чуть. Но обещаю дождик, ну там 30% всего лишь, что будет дождь, а так вроде бы не будет. Но я знаю, что море теплое, и сегодня будет 32,
ну, как передают синоптики, но они всегда ошибаются, градусов на 5 с Геленджиком, так что сегодня будет 35-100%. Можно так вот сидеть на балконе, никуда не ходить и загорать. Так вот, эти патчи, они продаются на сайте kubeauty.ru. Мой самый любимый сайт. Что-то говорить, я все время вам ссылку на него оставляю. Там есть вообще любая косметика, девчонки, и доставка. Есть пункты самовывоза, есть доставка почтой, есть доставка курьером. То есть там можно выбрать абсолютно любой способ доставки. Я сейчас поеду, заберу кое-что тоже с пункта выдачи, и в следующем влоге у нас с вами будет конкурс. А на этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, этот влог был для вас интересным и, может, даже немножечко полезным. Всех целую. Всем пока.